17-18 ноября 2017 года в деловом центре Москва-Сити в Москве состоялся 13-й международный симпозиум Implantology 2017. Имплантология, предвосхищая будущее. На симпозиум прибыло более 200 руководителей стоматологических клиник, докторов, преподавателей и студентов из России и Казахстана. Я, как правило, приезжаю не один, более того, привожу всех своих молодых специалистов, учеников сюда, чтобы они сами своими глазами увидели, во-первых, метров имплантологии, и, во-вторых, учились. В первый день симпозиума, 17 ноября, прогрессивными знаниями с участниками симпозиума делились иностранные докладчики. Доктор Андреас Барбацеас, Греция, выступил с докладами по немедленной имплантации и непосредственной нагрузке и эстетике, основанной на использовании биологии. Если оценивать технологические достижения, я думаю, что Россия показывает очень высокий результат. Задают очень грамотные вопросы. Я понимаю, что уровень специалистов очень высок. Профессор Константин фон Зее, Австрия, выступил с докладами по навигационной хирургии и конструкциям на имплантатах с использованием технологий CAD-CAM. Это быстро меняющаяся и развивающаяся отрасль, поэтому важно постоянно обновлять знания. Во второй день симпозиума, 18 ноября, с докладами выступили российские лекторы. Профессор Лосев Федор Федорович с докладом «Неуспешная имплантация. От простого к сложному и наоборот». Мы все-таки считаем, что общение между докторами и обмен опытом такого плана, он будет создавать меньше проблем, то есть будет минимизация осложнений. Профессор Шарин Алексей Николаевич с докладом «Индивидуальный титановый абатмент. Симадос. Новые возможности эстетики». Это очень полезный обмен клиническими случаями, ситуациями, наработанным опытом, поскольку лечение имплантологическое очень непростое. И здесь нужно учесть очень много различных клинических требований для того, чтобы оно было состоятельным и удачным. Профессор Еременко Андрей Ильич с докладом «Имплантологические решения при выраженной атрофии челюстей». Кандидат медицинских наук Ермашенко Роман Борисович с докладом «Функционально ориентированный подход планирования и осуществления стоматологической реабилитации в условиях имплантации». Жарков Александр Витальевич с докладом «Имплантация и костная пластика в сложных клинических случаях». Имея уже больше, чем 20-летний опыт, всегда стараюсь посещать любые симпозиумы, особенно по моей тематике, всегда находишь для себя что-то новое. Бирюков Роман Юрьевич с докладом «Формирование мягких тканей в области имплантатов как подготовка к постоянному протезированию. Показания, методики, прогноз». Участники Implantology 2017 оценили инновационный подход, демонстрацию реальных клинических случаев не только в форме слайдов, но и в виде трансляции операции дентальной имплантации сразу после удаления зуба. Положительная сторона этого симпозиума – то, что непосредственно ведущие хирурги, ортопеды, они приезжают, рассказывают, показывают, что было у них. На протяжении уже 13 лет, сколько я посещаю этот симпозиум, получаешь ежегодно какие-то новые методики, новые технологии, которые помогают нам оказывать помощь нашим пациентам. Приглашаем вас на 14-й международный симпозиум Implantology 2018, который состоится 5-6 октября 2018 года в Санкт-Петербурге. Чтобы записаться на симпозиум, звоните в учебный центр «Мегастом» по телефонам в Москве 8-495-952-33-91 или 8-495-952-33-92.